Впервые в стенах Тверского государственного технического университета прошел конкурс «Макаронный строитель». Ребята соревновались в умении возводить башни из необычных материалов. Вместе с жюри высоту получившихся сооружений, их прочность и долговечность оценила Наталья Чекет. Основание состоит из нескольких каркасов, соединенных связями. Вот мы собираем сейчас первый каркас для основания. Нам нужно их 3 штуки сделать. Мы их поставим так в ряд и соединим связями поперек. Сооружать башни из макарон студентам инженерно-строительного и других факультетов ТВГТУ предложили не случайно. Именно эти конструкции больше всего похожи на строительные балки. По условиям конкурса все участники должны использовать одинаковый материал – спагетти длиной 25 сантиметров. С помощью макарон и кусочков пластилина можно на практике понять, насколько верны расчеты и каких ошибок можно избежать в реальности. Первый раз увидев макароны, посмотрев, какие они, подумали, что, наверное, они очень мягкие, гибкие и очень быстро ломаются на изгиб. И поэтому решили, что мы, наверное, постараемся сделать не столько упор в высоту, потому что пусть это основной критерий, есть еще другие критерии. И мы вот решили больше делать акцент на жесткости конструкции. На создание башни у строителей 4 часа. Жюри учитывает архитектурную выразительность, эстетичность, прочность, рациональное использование ресурсов и, конечно же, высоту. Но главный критерий – долговечность. Конструкции испытывают временем и оценивают только те, что простоят ночь и не разрушатся. Здесь вот начинается создание эскиза, расчет, то есть это уже знание термикса, промо-строительная механика, а только лишь потом уже строится макет того объекта, который создали ребята. Поэтому они при создании этих своих вот объектов используют в полной мере те дисциплины, которые изучают в свои студенческие годы. Кстати, проверку временем прошли не все сооружения. Некоторые макаронные шедевры рухнули. Малейшая неточность в расчетах и изделие рассыпается. К тому же не все предварительные чертежи и расчеты получались правильными. Была одна идея, потом другая. Первый раз получился как хотели, потом получилось все как-то получилось. А потом как пошло. Да, она еще пару дней простоит. Мы на это и ставили ставки, чтобы прочно. Проведение соревнования стало возможным благодаря победе организаторов в конкурсе студенческих проектов ТВГТУ. Ребята защитили свою идею перед жюри и получили финансовую поддержку от вуза. Мы с ребятами, которые уже участвовали в подобном конкурсе, у нас так загорелась идея провести что-то подобное у нас в политехе. Пошли с этой идеей на конкурс студпроектов в политехе, выиграли этот конкурс. И вот политех нам помог и материально, и морально. Все участники конкурса получили грамоты и памятные подарки. А главный приз для победителей – участие в международном конкурсе «Макаронный строитель», который пройдет в Санкт-Петербурге.